тролли с форума Сосновоборского. Конечно, не добиться мне ухода. Вот вчера, например, тролль Юрик как поработал, посмотрите. Выявляется, что он тролль элементарно. Вот заходим в тему парикмахерской. Просят подсказки. Есть ли в нашем городе парикмахерские, где может подстричься? Ну и что отвечает этот тролль? Он советует сходить в барбершоп «Боцман», который находится в Стольном граде, Питер. Зато добиваюсь, в пику им свои, тем продвигая, что счетчик их просмотров крутится быстрее. То есть я моментально вывожу на главную страницу сайта свои темы в ответ на этих троллей. И вот, например, моя тема, что в общем есть любовь. Сегодня счетчик показывает 64 тысячи. Смотрим, что он показывал неделю назад. Вот 63 тысячи просмотров он показывал 14 февраля. То есть в результате за 8 дней число просмотров увеличилось моей темы на 1000. Просмотров сотни тысяч моей темы. То, в общем, есть любовь. Да, прекрасно увидеть. Увидеть можно будет уже в начале будущего года. Если, как сейчас, увеличиваться на 1000 ее просмотры. За 8 будут дней.